Это операция. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, чемпионы Европы 2020 года, лидер общественного движения «Танцуй, чтобы жить», автор семи программ по восстановлению здоровья через танец, в том числе программа по коррекции возрастных изменений «Без возраста жизнь в танце». Елена Николаевна Дружнова, встречайте! Дорогие друзья, была очень рада участвовать в этом масштабном, великолепном, полезном для страны мероприятии. Я хочу сказать, что дамы, которые мы называли, проявили потрясающее мастерство практически все участники. А какие были сценарии, какая была режиссура, хореография. Я как судья была просто в восхищении. Я неоднократно повторяла и сейчас повторю. Когда я смотрела на дам, как они прекрасно танцуют и кавалеров, я сказала, ну кто я такая, чтобы судить вас? Потому что я видела, с какой душой будет двигаться. Я представляю, как было волнительно участвовать в этом конкурсе. Оценивают, неважно, кто это, всегда стресс. Но настолько все были молодцы. Вот и такие же девчонок, девочки, что танцевали. Потрясающе. Спасибо вам большое за то, что вы делаете эту красоту. Никогда не останавливайтесь. Смотрели на вас, как вы общались. Мы должны просить вас на почетные друзья. Дорогие гости, Елена Николаевна Дружнова с танцевальным номером «Цыганочка призовая». Встречаем! Так, дорогие мои, вот как вам понравилось, цыганская образ. Смотрите, вам понравилось, как сейчас танцевали перед этим? Да. А я думаю, вы уже устали, концерт давно уже длится. Давайте мы с вами тоже попрыгаем. Я потанцую, но вы ведь многие умеют. Сидя могут потанцевать, может быть, какие-то творческие мысли. Выходите, все вместе разомнемся и подвигаемся. Я вас очень-очень жду. А еще я попрошу. Тоже выходите. Давайте сделаем такое общее классное творчество. Ну что, поехали? Вперед.